На небе зигзаг. Я позвонил по телефону, договорился о встрече и закурил огромный косяк. Потом я заснул, потому что накурился сильно. И увидев во сне ментов ОМОНовцев, вел себя достаточно агрессивно, выкалывая им глаза ножницами. Один из ментов заявил мне прямо, говоря, что стихи твои уже изданы. И лицо его плавало красной раной, на которую я смотрел пристально. Меня разбудил телефонный звонок подружки. Я разбил телефон, закурил сигарету. Содержимое сумки являло 42 кружки. Я их высыпал на газету.